что за звери в подъезде живут, то гадости на стенках напишут, то в лифте антитела разольют, то он лампочку энергосберегающую выкрутит. А нет, обычная. Ладно, дом тоже пригодится. Подождите, стойте, подержите кнопочку, пожалуйста. А, спасибо. Будьте добры, 15 этаж. А вы в какую квартиру? В 64-ю. Гальки, что ли? К ней. Хорошая девушка. Да. Красивая. Да. Умная. Да. Скромная. Да. Жаль, что проститутка. С чего вы это взяли? Галя? Приличная девушка. Мы с ней познакомились на танцах. Ну да. Танцевать она любит. Вокруг шеста. Галя – самая приличная девушка. Самая любимая и самая дорогая. Ну да. Самая дорогая. Дороже только Светка 48-й. Ну что вы такое несете-то? Галя, невинная девушка. Молодой человек. Невинная девушка в нашем подъезде только одна. И это я. Ой, надо же. Лифт застрял. Что теперь делать-то? Надо диспетчера вызвать. Нажмите кнопку. Чё надо? Женщина, мы тут в лифте застряли. Выпустите нас. У меня обед. Эй, а нам-то что теперь делать? Вот дайте пожрать спокойно. Пообедаю и выпущу. Никуда не уходите. Надо же. С незнакомым мужчиной в лифте застряла. Вчера у Малахова в передаче рассказывали. Маньяк появился. Заходит с девушкой в лифт и честь у нее отбирает. Небось, раздеться заставить. Чего я не заставлю? Почему? Потому что я нормальный, адекватный мужчина. Я к женщинам не пристаю. Не нравлюсь, что ли? Послушайте, женщина. Ой, взгляд-то какой недобрый. Сейчас, наверное, раздеться заставите. Чего я не заставлю? Хотите, чтобы я сама добровольно? Чего я не хочу? Отстаньте от меня. Ну ты скажи, что ты не маньяк. Успокой меня. Ты точно не маньяк? Точно. Откажи. Как я вам докажу? Ну не знаю. Предъяви орудие преступления. Ну, чтобы я понимала, на что мне рассчитывать. Послушайте, женщина... Ой, не подходи, не трогай меня! Я вас вообще не трогаю. Ну ведь собираешься. Чего я не собираюсь? Отстаньте от меня. Видите, у меня даже руки заняты. Ну, шампанское, цветочки я могу подержать. Ну, там не держать ничего. Отстаньте от меня. Ой, надо же.
Первый раз в жизни с мужиком в лифте застряла. Ой, а ко мне в лифте еще никто никогда не приставал. Я к вам вообще не пристаю, я вас даже пальцем не тронул. А не надо пальцем. У тебя что, рук нет? Что вы на меня так смотрите? Ай, ладно, лучше уж ты, чем какой-либо другой подлец. Делай со мной все, что угодно. Что? Что с вами делать? Все, что хочешь. Женщина, ничего не будет. Это ты так думаешь. Налей что ли шампанского, чтобы я не волновалась. Это для Гали. Ой, и цветочки для Гали. И цветочки. Ну, подари. Подари. Подари хоть один. Подари один. Все, я звоню в МЧС. Лифт сигнал не пропускает. Телефон не работает. Захочешь полицию вызвать, не получится. Мне вчера моя подруга рассказывала. Она в лифте с одним маньячилой застряла. Ой, как он ее... Как он ее... Умолял его отпустить. Что-то у вас взгляд недобрый. А с чего ему добрым-то быть? Я ведь 10 лет на киче оттарабанила. За что? Да убила в лифте одного маньяка-насильника. Он что, пытался вас силой взять? Да в том-то и дело, что не хотел. Женщина, поймите, я еду к Гале. Вы мне безразличны. Что, точно приставать не будешь? Не буду. А придется! Что, ты сам не справишься, что ли? Что же мне с вами делать-то? Все, что хочешь! Женщина, поймите, я просто хочу выйти. Если за меня, то я согласна. Я хочу выйти отсюда. Да куда ты с подводной лодки-то? Подержите. Вот. Вот вам 1000 рублей. Ты чё? Я тебе не Галя. Я за это деньги не беру. Ну, хорошо, хорошо. Вот вам еще 5. И, пожалуйста, отстаньте от меня, а? Но это не серьезно. Я 20 лет в разводе. Я еле сдерживаю. Вот еще, держите. Как хотела меня мать за маньяка-то отдать. Женщина, я же вам денег дал. Ты дал, чтобы я к тебе не приставала, а чтобы не пела, доплатить надо. Вот, вот вам еще. Тогда танец. Ла-л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 а. Ла-л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 а. Ла-л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 а-
Ну все, все, у меня больше нет денег. Как не стыдно! С такой женщиной в лифте застрял и без денег. Альфонс! Чего надо? Вы поели! Как вот допиваю? Быстро откройте дверь! Галя!
Светка, это я. Сегодня 16 тысяч. Нормально. И бутылка шампанского. Сейчас твою долю занесу. Накрывай на стол, чувырла. Отмечать будем.